На повестке дня один важнейший вопрос – утверждение устава муниципального образования в новой редакции. Федеральное и краевое законодательство, регулирующее вопросы местного самоуправления, постоянно меняется. В настоящее время мы вносим изменения на основании изменившихся более 20 законов, которые внесены изменения в федеральный закон 131 в общих принципах организации местного самоуправления. Эти изменения теперь также должны быть отражены в нашем уставе. Изменения претерпели федеральные законы об основах системы профилактики правонарушений, о гражданской обороне, о противодействии терроризму, о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Над документом тщательно работал и правовой комитет совета. Была соблюдена вся процедура внесения изменений и дополнений в устав. Работала рабочая группа, был создан комитет. 6 июля Александр Иванович провел публичные слушания. Члены нашего комитета принимали участие в публичных слушаниях. Все, кто подал заявки, а было подано несколько заявок, все имели возможность выступить на публичных слушаниях и предложить свои изменения и дополнения в устав. Правовой комитет вынес положительное заключение. Устав депутаты утвердили. Он будет направлен в Министерство юстиции для регистрации в установленном порядке.